Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала. С вами Константин. Мы продолжаем проходить One Piece Unlimited Cruise 2 на ПК. Собственно говоря, в прошлой серии мы с вами убили первого босса третьего острова. Это было два клевых босса. Это были агенты CP9, Роб Лучи и Каку. Это было очень здорово. На самом деле, боссы действительно очень сильно порадовали. Итак, ну что, давайте продолжим. В этой серии у нас будет путешествие на кораблике на нашем, соответственно, на мини-мэри. В прошлой серии нам дали возможность наконец-то на нем передвигаться. Вот у нас теперь заставка даже есть такая, что Чоппер на нем путешествует. Что открывает нам для нас новые части данной локации. Это нововведение на самом деле очень клевое, хорошо очень разнообразит игру. Я не знаю, дойдем ли в этой серии до следующего босса. Но сейчас будем останавливаться, смотреть, что где. Потому что я помнил, что мы находили с вами определенные территории, где там есть полезные предметы, и туда добраться туда можно было только на кораблике. Сейчас будем потихонечку обследовать. Там какие-то блочка появились. Мне там вот из-за этого вот пара здесь немножко лишний. Вот он прям загораживает весь обзор. Дорогие подписчики, вы мне там писали, что вот эти вот желтые, ой, господи, розовые облачки вроде как тоже надо будет потом ловить прокачанным сачком. Но пока надобности в этом нет, так что особо не будем себя морочить. Так, там вот я вижу какое-то место для рыбалки. Уж не знаю, зачем оно. Интересно, а здесь где-нибудь припарковаться можно? Давайте попробуем. Наверное, нет. Нет, здесь нельзя. Так. А, сюда можно было просто забежать. Забежать можно будет, судя по всему, потом. Потому что парковаться мы можем только на вот этих вот мостиках. Давайте сейчас с вами повернем направо в этот туннельчик. Посмотрим, что там. Я пока больше персонажей не прокачивал. Вы мне там писали, что вот нужно открывать там гиры у Луфи, там какие-то коронки узора, и будешь боссов шинковать. Я хочу заниматься конкретно только прокачкой в том случае, когда все встану в какой-то в тупик. Потому что, ну, не хочу превращать просто в избиение боссов. Я хочу, чтобы вот играть, что было бы, если бы я просто играл, да, и дополнительно не прокачивался. Вот в этой, это самое приятное в игре, когда все идет очень равномерно. Слушай, у меня там в ловушку там кто-то попался. Надо сбегать. Вон, ловушка там. Первый раз ловушка сработала. Слушай, прикольно. Так, ну давайте посмотрим, здесь вот у нас какое-то место. О, а там сундучок есть. Тихо, тихо, тихо. Эй! Вот, на ходу припарковались так. О, меня тут встречают. О, еще карта выпала. Так, у меня там были где-то шарики соляные. Сейчас мы будем ими бить. Вроде как урон должен увеличиться, насколько я понимаю. Ну или как минимум у нас должно падать что-то еще с зомби. Делать их очень легко. Там требуется всего лишь соленый какой-то кристалл и паутина. О, God Shadow, смотрите, с него стало падать. Да ты что делаешь-то? Так, у нас там еще какие-то удары есть, интересно, вблизи, надо будет сейчас попробовать. Вот эти вот рыцари, они очень напряженные, блин. Его ведь хрен пробьешь его. Так, надо все, ворота снова использовать. Да какой же ты напряженный, брат. Так, все, ты остался один, сейчас мы тебя размотаем. Его будем дэшем бить, у меня осталось совсем немножко. Все, есть брейк-раш. На. Давай, поднимайся. Давай, 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 поднимайся, поднимайся. Давай, давай, руби, руби его нами. Все равно еще жучит, а? Зараза какая. Так, ладно, будем сейчас еще набирать брейк-раш. Ну, заодно покачаем наши ударчики. Так, в воздухе у нас никаких новых ударов нет. Уворачиваемся. Так, осталось немного ударов. Так, и осталось только серийку сделать. Сейчас я тебе накатаю. Давай, 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 нам еще к нему. Подходи, подходи, давай, вставай. На тебе, на. На.
Где это? Где эта зараза в доспехах? Блин, это самые, одни из самых напряжных мобов, которые только были, не считая этих, господи, пацифист. Я, кстати, нами сейчас уже это начнет проседать. Его, похоже, кроме как брейкрашем, больше ничем особо не ударишь. Получил. Давай, 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 иди сюда. Нами, конечно, сейчас у меня может проиграть, но ничего страшного. Ох, ты неужели, я его убил. Ладно. Так, это мы уберем. Где наш пылесос? Соберем ведь всю эту медицинскую травку, которая здесь. Пляк, пляк, пляк. Можно отличиться. Но я лучше поменяю персонажа, потому что травка нам еще пригодится. Мне больше интересно, что у нас здесь в сундуке. Так, кристаллическая соль. Вот, кстати, она же нам нужна для того, чтобы делать, соответственно, вот эти вот соляные шарики. Давайте опять сюда переключимся. Так, ну что, погнали. Так, я так полагаю, что здесь мы больше ничего такого не найдем в этой части локации. Много мостиков у нас было возле босса прошлого нашего. Поплыли к нему. Я сейчас поставил звуки игры по минимуму, чтобы можно было, соответственно, ну, чтобы она больше впредь для вас не глючила. Она будет глючить теперь только для меня, хотя мне музыка тоже сейчас довольно тихо слышится. Там в ловушку что-то попалось, надо бы сбегать до этого места. Давайте сейчас здесь припаркуемся, мне интересно, потому что я в ловушку еще ни разу никого не ловил, у меня либо там никто не попадался, либо уже было слишком поздно, все врывались оттуда. Может, там кто полезный, какой-нибудь золотой жук или еще кто-нибудь. Тихо, тихо, давай, давай, паркуйся, паркуйся, паркуйся. Ой, не то, не та кнопка. Так, Нами, давай ты отдохнешь. Мы сейчас возьмем кого-нибудь другого. Фрэнки Брук. Давай Зоро, что-то мы за него в последнее время довольно редко играли. У меня уже остальные персонажи, по-моему, прокачаны даже больше, чем он. Так, куда мы с вами плавали? Здесь у нас фрукты, давайте тоже их все пособираем. Кто его знает, где они нам еще пригодятся. Да элементарно потом скилл прокачивать у нашего дракона, чтобы пройти дальше на локацию. Лишним не будет. Места у меня вроде бы там хватало. Так. Насколько я понимаю, прокачать кирку до конца мы сможем только уже на 4-м острове. Потому что только там будут уже появляться нужные нам детали для прокачки. То есть, как только мы получим усиленную кирку, мы сможем с вами пройти в целую кучу новых локаций. Да что такое-то, а? Целая куча этих усыпляющих растений. Так, кто же там, кто же там? Хочу знать. Ну, давай ты не будешь, а? Так. Двое кого-то... О, какая-то лягушка. Красноглазая болотная лягушка. И еще одна. Обалдеть, сразу двоих поймали. Вот это прикольно. У меня тут еще были ловушки. Давайте еще одну поставим. Чувак, есть. Так, где моя соль? Я, конечно, не то чтобы сейчас хотел с вами здесь так разбираться, но вы что-то уж прям сильно нарываетесь, ребята. Так, здесь еще где-то были фрукты. Ну, дерись, Зора. Мне что-то... В чем дело? Что происходит? Почему я драться не могу? Нажимаю драться. Слушай, а Зора у нас, походу, не может с солью драться. То есть у нас, получается, не все персонажи могут? Или у меня просто что-то глючит? Нереально, вот у меня что-то как-то... Короче, ребята, ну вас в баню. Что-то с вами не то. Все, пошли отсюда. Там есть цветочек, при помощи которого можно подлечиться. Мы сейчас этим и займемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, меня усыпили. Ну, зато нектар получил. Давай, вставай, хватит спать. Все, возвращаемся на наш кораблик. Ой, вот эти злобные рыцари, да ну вас в баню. С вами драться вообще никакого резона нет. Хотя, может быть, мечники могут более сильнее с ними справляться. Не знаю, не пробовал.
Пока иду до корабля, отвечаю еще раз на уже сотый поставленный вопрос за последние несколько недель. Да, я буду играть в Pirate Warriors 3, как только она выйдет. Играть, скорее всего, буду на PlayStation 4, потому что, как мне уже сообщили, на ПК версия будет урезанная, к сожалению. То есть у нас там будет отсутствовать онлайн, что печально. Вот, поэтому я возьму ее на PlayStation 4, уже можно сделать в PlayStation предзаказ, но, конечно, будет стоить дорого. Что-то она стоит 4200, что ли. Вообще с ума сдуреть. Ну, в районе 4000, что-то так вот она примерно стоит. Так, давайте сначала с вами сюда сплаваем, посмотрим, что здесь. Так. Здесь у нас с вами старая локация. По-моему, мы здесь уже были. Да, да, мы здесь уже с вами лазили. Сюда высаживаться мы не будем. Сейчас здесь все оплаваем, потом поплывем уже туда дальше. Вон там я вижу мостик. Давайте там остановимся. Посмотрим, что там. Там какие-то руины. Я пока даже не представляю, где у нас может быть новый босс. Сейчас на карте поглядим. Блин, локация тоже такая большая, прям. Тихо, стоп, оп. Есть, мы припарковались. Кто же здесь? Так, ну что, рыцарь, давай все-таки попробуем с тобой сражаться. Так, давайте все попробуем еще раз соль использовать. Может, все-таки получится. Может, там что просто глючило. Ну, пока вроде ничего. Картошку мы зарубим. Да нет, в принципе, не сказать, что они особо мощнее убиваются фехтовальщики, просто сами по себе они очень напряжены. То есть они такие, вынуждающие использовать именно дэш. Да-да, я вижу, что надо дэш использовать. Сейчас мы это и сделаем. Нормально. При помощи дэша, смотрите, как хорошо оглушили его. Он даже не отлетает вот от этих ударов Зора. То есть, ну, блин, на самом деле очень напряженные типы. Давайте лишний раз с ними сейчас драться не будем. Потому что на них очень хорошо жизни теряются. Блин, смотрите, здесь у нас какая-то новая травка. Грех не собрать, если она вообще собирается. Так, чего-то у меня такое чувство, что она не цветет. Может, она выкапывается? Давайте попробуем. Так. Че такое? Нет, она не выкапывается. Может, ее надо бить? Нет. Трава, как тебя? Странно. Так, мы с вами вышли на вообще новую локацию. На новую часть локации. Нам карта любезно напоминает, где мы бросили Мэри. И вот это вот очень хорошо. Так, тут какое-то дерево. Я так и знал, что здесь нас будут встречать. Собственно, особенно сильно здесь задерживаться не хочется. Сейчас так чуть-чуть осмотримся. Там вон какие-то водяные цветочки. Давайте туда пройдем. Так. Там где-то попрыгал, да и хрен с тобой. Не будем брать этот орех. Японский бог. Нет, нет, пацифиста! Ну, конечно, они нам нужны, но это на самом деле очень... Шачибукай снова! Да в таком месте вообще невозможно, чтобы они были. Короче, опять сильный противник. Так, ну что, рубим? Хотя, конечно, тебя лучше рубить этим. Давай я тебя обойдем сейчас. Сейчас опять тебя обойдем. Он вблизи вот очень не любит. Прям со спины он рубится очень неплохо. Оп-оп-оп-оп. Замечательно рубится. Ну, в принципе, если так вокруг него бегать, то прям за спину заходишь, и у него прям удары по нему очень хорошо идут. А он не успевает контратаковать. Вот такая вот у них слепая зона, судя по всему. Там зомбаки еще что-то пытаются сделать, но... Мы их трогать не будем, у нас главной целью является именно этот. Жизни у меня мало, так что меня за один удар, скорее всего, сейчас могут Зора убить. Но убьют, не страшно, потому что персонажей еще много, я не думаю, что мы... У нас есть шанс
полить всеми персонажами. Это вот на босса уже идти с неполными персонажами, вот это уже будет геморройно. Притом, что-то мне подсказывает, что здесь боссом будет Оз, вот этот вот огромный чувак, потому что, ну а кто у нас еще может быть главный очередной на острове зомби? Хотя здесь может быть вообще другой кто-то, не знаю. У меня опять что-то звук пляшет, но надеюсь, вы этого не слышите. Япона мать! Выбирайся! Выбирайся! Прикинь, ты смотри, что делает. Прыг, прыг, это сыпучие пески. Давай, давай, давай. Так, а вот этого я не знал. Так, у меня начинаются проблемы. Выпрыгиваем, выпрыгиваем оттуда. Ой-ой-ой-ой-ой. Одним ударом убил. Это как? Ты что делаешь? Обалдеть. Давайте подальше отбежим. Ни хрена себе у него ударчики. Так, кажется, у меня проблема. Слушай, надо выбираться отсюда. Еще один помер персонаж. Вот теперь я начинаю переживать, ребят. Давай, 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 чоппер, чоппер, выбирайся. Да ёпона мамть. Да блин, вы достали уже. Вы, может, это, отвалите от меня? Чё за это? Вот я в гиблое место попал, а? А этот все делает и стреляет. Вот как все хорошо начиналось с вами, а? Так, давайте отсюда выбираться как-нибудь. Я не знаю, как тут... Ай, ай, ай. Давай, давай, давай. Нам вот за этот вот камушек надо зайти. Ну, почти зашли, вот, а? Сейчас чоппер погибнет. Мой козырь, скажем так. Давай, чоппер. Бруталово ему. Давай, 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 ты молодец. Ох, япона мать, вот это прилетело. Так, Брук пошел. Ну да, для скелета, который на бегу много ударов делает. О, так лучше. Ура! Он помер! Давай детали. Там детали с него какие-то должны быть. Блин, вот это проблема. Давайте отсюда выбираться. Я не вижу, кто там еще появился, не появился. Надо отсюда выбираться. В этом деле вообще страшно утонуть. Вот ведь болото-то, а? Хорошо. Так, ну чё? Вот этот удар мне прям нравится, очень клёвый. Фу. Мы потеряли с вами довольно достаточное количество персонажей, при том очень неожиданно. Но почему с него не упали детали? Прошлый раз с пацифиста упали детали нужные. Вон там еще какой-то зомби страшно пытается до меня добраться. Ой, это было глупо. Ну ничего, ничего. Давай, 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 выпрыгивай. Так, ну-ка давай сильный удар. Все что ли? Ура. Вот ведь попали. Все в порядке. О, а я уж действительно думала, что это конец.
Да, честно, я тоже в какой-то момент уже начал так думать. Ладно, пошли дальше. Кто у нас остался-то хоть? Я что-то уже это... А, у нас убило троих. Притом убило троих сильных. Что мне на самом деле очень не нравится. Так, ладно, ребята. Ой-ой-ой, опять эти ростки. Ай, как они меня раздражают. Локация на самом деле очень тяжелая, прям с подвохами на каждом шагу. Давай, 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 Брук. Пошел, пошел, пошел. Ой, там цветочек он есть. Давай к цветочку. А там, походу, мы приближаемся то ли к мосту какому-то, то ли, возможно, к боссу. Слушай, там босс? Эй, слушай, я не готов сейчас с боссом драться, у меня персонажей нет. Это так, это несправедливо. Сейчас подлечимся, сейчас подлечимся. Да и аптечек у меня вообще нету. Да и вообще я без чопера не хочу на босса идти. Так, ну вроде подлечились. А может сейчас еще и не хватит деталей. Там же наверняка сейчас что-нибудь затребуют. Ох, 44 шадоу требуется. Эти шадоу выпадают, судя по всему, с зомбей. А они выпадают, я так понял, когда соль используем. Ой, да, туда меня не пускает. Так, ладно, давайте дальше пока пойдем. Надо сейчас, короче, вовсю соль использовать. У меня еще 51 осталось. Интересно, по сколько штук они падают? Надеюсь, не по одной. Потому что там еще есть локации, которые надо обследовать. Сейчас мы туда пойдем. Тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно. Тут были вроде зомби, они куда-то исчезли. Ну да. А, вот они. Давайте, да, превращайтесь. Эй, ну таких вот превращайтесь. Это на самом деле не круто. Да что ты делаешь-то, а? Вот этих вот, вот больнее всего бить. А, слушай, их контратаковать хорошо, вот я вижу. А, этот без щита. Какой-то первый раз без щита такой попался. Молодец. Давай. Во. Еще раз его. О, блин, какие же вы напряжные все-таки. Не знаю, сколько у меня этих штук. Сейчас мы этих убьем, посмотрим. Блин, Брук, у тебя вот эта способность настолько неудобная, что... Ой, там он что-то выпало, а я вот не подобрал это, оно исчезло, походу. Нормально. Вот еще одно шадоу. Клево очень удар, вот этот убрук, вот эта походка, мне она очень нравится. Так, ладно, давайте сейчас с этими разберемся. Двумя. Хотя я, конечно, да, не спорю, уже давно, наверное, пора у кого-нибудь коронки тоже прокачать. Ну, но я надеюсь, сейчас может сами по себе у кого-нибудь докачнуться. Так. Сейчас разгон возьмем. На. Давай, 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 иди сюда. Во, хорошо, прямо вот метелили. Давай, 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 иди сюда. О, слушай, щит сломали. Я первый раз щит сломал. Так. Я что-то там с него выбил. Блин, это была трава. Так, Брук, 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 тихо, хорош. Все, иди отдохни. Так, Санджи пошел. Да что ты будешь делать-то, а? Ну, хотя бы... О, фрагмент карты получили. Ладно,
Так, давайте посмотрим, сколько теперь у меня. Там нужно 100 штук. У меня их 50. Блин, это еще 50 штук фармить. Обалдеть. То есть это нужно будет паутину будет здесь пособирать и еще сделать. Мне не хватит, само собой, вот этих вот шариков. Откуда у меня уже 44 штуки взялось? Я откуда-то их с какого-то босса, что ли, взял или еще откуда, не знаю. Откуда-то я их взял. Но я не помню откуда. Так, давайте будем гулять сейчас в ту часть локации. Так, ну давайте превращайтесь, что ли. Подождем, раз уж мне нужны зомби. Так, а в той части локации я вижу, что там стоит какой-то сундук. Давайте сейчас все-таки до сундука сначала добежим, потому что вдруг будет там еще 50. Я, конечно, такой наивный албанский школьник, что мне вот так просто возьмут и дадут все это дело, ну. О! Новый удар дали. Давайте посмотрим, давненько я не... Так, сюда, да, я уже забыл, где это делается. Давненько я не менял какие-либо удары. Нет. Интересно, чем он будет отличаться. А, вот он, понятно, бьется вот так сверху. Ну ладно, давайте пока его оставим, попрокачиваем, что поделать. Там он лягушка сидит. Здесь опять эта трава, но меня больше интересует... Так, а вот это вот у нас куда-то подпрыгивать можно. О, опять эти чертовы болота. Не хочу. Так, давайте на карту взглянем. Где я? Так, здесь еще можно туда повернуть, ту сторону пойти. Хорошо, а что тут все? Она в болото закидывает. Нет, нет. Давай, давай. Прыгиваем отсюда нафиг. Все, я понял, я понял. Я думал, ты куда-то, может быть, позволит нам запрыгнуть. Давай, 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 выпрыгиваем, выпрыгиваем. Я понял, что я шадоу собираю, но мне это так, это такая мерзость. Это вот в этом говне, извиняюсь. Давай, 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 давай. И не побежать, и ничего ведь. О, фу. Ох, па. Вот ведь мерзость. Так, ладно. Давайте там превратитесь, я пока возьму сундучок. Фу, так, Steel Chain. Что такое? Железная цепь. Нунчаки? А зачем у Сопу нунчаки? Когда он с нунчаками-то бегал? Не помню такого. Так, давайте, давайте, превращайтесь. Ой, там он упало что-то, а я тут. Можно еще взять? Блин, исчезло. Ладно, ладно. Давай, давай. Круто. Хорошо пошел. Нормально. Нет, новый удар с разбега у Санджи очень нравится. Такой прям очень прикольный. Вот этот вот. Хороший удар. Брейкраш. Отлично, щит сломали. Ну и тень с него получили. Вообще замечательно. И у меня соль кончилась, так что, в принципе, бить их, по-моему, уже бесполезно. Да, все. Все, давайте не будем на них больше тратить времени. Мы с вами сейчас пособирали сколько смогли. Давайте сейчас... Так, тихо, вот на это больше не наступаем. Еще немножко поизучаем локацию, посмотрим. Зачем нужна вот эта трава, я не знаю. Лягушку пока тоже трогать не будем. Хотя я не спорю, что этими лягушками потом прокачивается особое... Какой-нибудь ГП навык. Так, тут вылазит зомби. А что такое? О, здесь можно лестницу построить. Здесь можно построить лестницу.
Да, Нами говорит, что там сокровища, как обычно. То о чем, а Нами о том. Итак, здесь требуется всего-то 5 бамбучин. У нас ГП на ранг весь прокачан, так что я думаю, мы лестницу здесь обязательно сделаем в следующей серии. Так, давайте осмотримся еще, чем куда-нибудь сможем сейчас пойти. Больше, в принципе, не... Нет, есть еще один поворот, куда мы еще не проходили. Давайте немножко вернемся сейчас. Там есть еще один поворотик, просто уж... Раз уж у нас сегодня мы так исследуем вторую половину локации, то мы сейчас с вами туда пройдем. Блин, ну болото, конечно, это очень гадкое, то есть, ну, прям... Так, отсюда я, по-моему, пришел. Да, то есть мне сейчас нужно повернуть налево и держаться по правую сторону. Где-то там был поворот направо, и я в него не пошел. Не знаю, как я его пропустил там. Видать, наверное, когда сражался с пацифистой. Но че ж мне деталька-то с пацифистой не упала? Вот это очень удручает. Это, блин, бить потом, находить этих пацифист надо будет. Но чувствую, это реально будет только на четвертом острове все. Так, где-то здесь... А, вон он. Теперь понятно, как я туда не попал. А, через эту... Через эту лужу. Болото, говна. Ай, давай, давай. А, мы сюда и не пройдем. Все, здесь нужна кирка уже, чтобы пройти. Блин, сколько же локаций здесь откроется, когда мы откроем кирку? То есть это такой аналог бомб из первой части. Итак, ну что, давайте на этом закончим. Мы, в принципе, я перед следующей серией пофармлю все эти... всю эту тень, чтобы можно было открыть босса, и, соответственно, пособираю там бамбук, чтобы можно было построить лестницу и посмотреть, что там. Так что я думаю, в следующей серии, наверное, будем бить уже босса. Я так полагаю, что там будет, наверное, Оз. Ох, чувствую, это будет круто. Итак, ну что, давайте на этом закончим. Спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, давайте. Всем спасибо, всем пока. One that you wanna listen to. Listen to me now. One that you wanna listen to.